Время добрых сказок и новых знаний. Сегодня в Международный день защиты детей стартовал марафон «Театры детям». Он продолжает череду онлайн-событий, посвященных празднованию столетия чувашской автономии. Когда все мультфильмы пересмотрены, а пойти никуда нельзя, родители ломают голову, чем занять детей на самоизоляции. Фестиваль «Театры детям» в помощь. Участники акции дистанционно постараются показать самые креативные программы и мастер-классы. Наравне с профессиональными артистами выступят и дети в возрасте до 14 лет. К примеру, театр оперы и балета не только покажет свою музыкальную сказку «Бременские музыканты», это премьера этого сезона, то есть еще пока ее никто не видел в зале, и надеюсь, когда-нибудь все это будет видно. Но и дети, которые занимаются в студии, будут показывать уроки хореографии на дому. Актеры чувашского драмтеатра, их дети и актеры театра юного зрителя, которые будут читать сказки на чувашском языке. А у театра кукол есть даже еще и уроки чувашского, где в такой игровой форме с куклами мы будем показывать, как будет выглядеть изучение чувашского языка на каких-то очень забавных примерах. Анонсы событий будут размещаться на сайте Минкультуры Чувашии. Виртуальное путешествие в мир театра продлится до 24 июня. Рифат Фаткулин, Республика.